Let me give you an illustration of how textual criticism works here. Позвольте мне дать примеры, которые показывают, каким образом работает этот текстовый критицизм. Now, supposing after our time together, вероятно, после того времени, которое мы проведем вместе, for some strange reason, по некоторым странным причинам, you feel that this course was worthwhile. Вы как-то подумаете, что этот курс, он все-таки был нужен. And you tell someone about it. И вы скажете кому-то о нем. They might say, well, I'd like to find out what this man said. И они скажут вам, хотелось бы узнать, о чем же говорил вам этот человек. And you say, well, I have some notes. И вы скажете, ну понимаешь, у меня есть некоторые записи даже. And so the person says, let me read your notes. И этот человек попросит вас, позволь мне прочитать твои записи. Now, supposing this course is so good, ну, представим себе, что этот курс такой хороший, that other people find out about it. Что другие люди, они как бы узнают об этом. They might actually make copies of your notes. Они даже будут делать копии вот с ваших записей. And a little later somebody might make copies of those copies. А потом кто-то позже, он сделает копии с тех копий, которые были сделаны у вас. And the process would go on like this. Ну и процесс вот таким образом будет, значит, распространяться. Now, after several series of copies, how can a person be sure? Итак, после того, как было написано несколько копий, каким же образом человек какой-то может быть уверен, that they're really reading the words that I spoke? Что это на самом деле являются теми словами, которые я говорил? Here's how they would find out. И это то, каким образом они это к этому придут. If there were many copies that were made, если было очень много копий, которые были сделаны, they could compare the copies. Они могут просто сравнить эти записи. And if somebody made a mistake in copying, и если кто-то сделал ошибку вот в том, что делал эти копии, записывал, another person might not have made the same mistake. А другой человек, он, вероятно, не сделал ту же ошибку. And so if you have many copies, итак, если у вас есть много копий, you can get rid of the mistakes. Вы можете избавиться от ошибки. Do you follow that part of it? Вы понимаете, о чем речь идет? Okay. The more copies, the easier it is to get rid of mistakes. Итак, чем больше копий мы имеем, тем гораздо легче мы можем избавиться от ошибок. There's another way in which they could be sure that they were actually reading my words. И другой есть путь того, чтобы они удостоверились в том, что они читают на самом деле мои слова. Because we all know by now they'd be extremely valuable. Потому что уже до сих пор мы понимаем, что они будут, они являются очень ценными. If they read your version of the notes, если они вот читали бы, допустим, вашу версию записи, rather than some copy years later, вместо того, чтобы читать какие-то копии, которые были записаны гораздо позже, your copy would probably be closer to what I said, ваши записи, они будут более близкими к тому, что я сказал, нежели то, что будет записано позже. So the earlier we get to the original, итак, чем раньше мы доберемся до оригинала, the more reliable the copies are likely to be. То тем более мы сможем как бы уповать на эти копии, то, что они, ну, действительно считать, что они правильные. That's why we ask the two questions. Это то, почему мы задаем два вопроса. How many copies do we have? Сколько копий у нас есть? And how near are they to the original? И насколько близки они к оригиналу? Now, I just want to do something by way of comparison for you. И я хочу просто сделать нечто, как бы сравнивая для вас. I want to take just three examples of historical works from ancient history. И я хотел бы взять три примера исторических слов с древней истории. We will look at Julius Caesar's The Gallic Wars. Мы будем смотреть на Юлия Цезаря. Gallic Wars is what it's called. Называется Gallic Wars. Это как называется его запись. And we'll look at two very prominent Greek historians. И о двух других исторических историках. Their names happen to be Thucydides and Herodotus. Одного звали Фюсити, а другого Херод. Геротрат, по-моему, что-то в этом роде. The important thing to understand about these three that I've selected for you. И та важная вещь, которую можем понять,
Почему я выбрал именно этих троих? Is that historical scholarship, generally speaking? А это то, что историческое именно ученые, в общем говоря, considers these as historically accurate. Они видят этих людей, что они писали наиболее близкие, то есть и точные записи исторические. So how many copies do we have of these three ancient histories? Итак, сколько же копий мы имеем о этих трех древних историках? Well, of Caesar we have 10 copies. Значит, Цезаря мы имеем 10 копий. Of the two Greek historians we have 8 copies each. Значит, о двух других греческих историках мы имеем от каждого по 8 копий. When we come to the documents of the Newer Testament, а когда мы переходим к документам Нового Завета, just in the Greek language, прямо-таки на греческом языке, we have about 5,000 copies. Мы имеем 5,000 копий. So you can see we have many more copies to deal with. Знаете, мы можете видеть, что мы имеем гораздо больше копий, с которыми мы можем иметь дело. Now, how near are these copies of these ancient histories to the originals? Итак, насколько близки эти копии, которые мы имеем, к тем, которые были оригиналами? Well, the earliest copy we have of Caesar's history. Итак, самую раннюю копию, которую мы имеем о истории Цезаря, is 1,000 years after the original. Это 1,000 лет после оригинала, это самое раннее. For the two Greek historians, а для других двух греческих историков, the earliest copies we have are 1,300 years later. 3,000 лет позже. Now, how about the copies we have of the Newer Testament? 1,300 лет, я прошу прощения, это копия самая ранняя, которую мы имеем от греческих двух. Okay, now for the Newer Testament. Итак, для Нового Завета сейчас. The major copies that we have, which are called papyri. Значит, самые основные копии, которые мы имеем, называются папайри. Папирусы. Папирус. Okay. These are about 300 to 400 years later than the original documents. Это 300-400 лет позже, чем оригинальный документ был сделан, эти копии. But we have some fragments of documents that are far earlier. Но у нас есть также некоторые фрагменты документов, которые были гораздо раньше сделаны. Фрагменты. We have, for example, a copy of the Gospel of John that dates to the year 110 to 120. Итак, мы имеем копию и Евангелия от Иоанна, которая где-то датируется 110-120 годом. We have some other fragments that date to the year 200. А другие фрагменты Писания мы также имеем, которые к 200 году датируются. And it's quite possible that we have fragments from even earlier. И вполне вероятно, что у нас есть фрагменты, которые мы имеем гораздо раньше. There are several fragments that are found among the Dead Sea Scrolls. Некоторые фрагменты также были найдены среди свитков Мертвого моря. And those are called 7Q5. Они называются 7Q5. That are quite possibly copies of the Gospel of Mark. Вполне вероятно, что это являются они являются копиями Евангелия от Марка. And those would date to the late 60s of the first century. И они были датированы в концом 60-х первого столетия. There is a copy of the Gospel of Matthew. Также есть копия Евангелия от Матфея. Now, not a complete copy, but just a partial copy. Не полная копия, а только частичная. It's called the Magdalene Papyrus. Называется папирус Магдалины. And it dates to about the year 67 or 68. И он датируется 67-68 годом. And there is a copy of the Gospel of Luke found in a Paris library. И также копия Евангелия от Луки была найдена в Paris library in Paris. Которая была найдена в библиотеке в Париже.
that dates to the year 63 to 67. И датация 63-67 годов. So now we are dealing with a time span that's far shorter. А итак, мы сейчас имеем дело со временем, которое гораздо именно такое вот суженное. We're dealing with copies that are anywhere from 30 to 70 years after the originals. Это копии, которые идут от 30 до 70 лет от оригинальных документов. And that's quite close. И это очень таки близко. And it's for this reason that a number of scholars in this field. Это именно по этой причине, что есть определенное количество ученых на этом поприще. Have concluded in the following fashion. Они как бы сделали следующее заключение, следующим образом. And let me quote to you just three scholars. И позвольте мне процитировать только троих ученых. First one is an archaeologist. Первый он археолог. He says the certainty with which the text of the New Testament is established. Он говорит, что та определенность, которой with which the text of the New Testament is established. То основание, на котором основан текст Нового Завета, exceeds that of any other ancient book. Exceeds is greater than that of any other. Они гораздо больше, чем любая другая книга. This next quote comes from the man who was the director of the manuscript library at the British Museum. Значит, следующая цитата это директора библиотеки манускриптов в Британском музее. That's right. The British Museum is where many of these manuscripts are housed. Итак, Британский музей как раз это является тем местом, где многие из этих манускриптов они находятся. And he told us, and I quote, и он сказал нам, и вот я цитирую его. Both the authenticity and the integrity of the books of the New Testament. Это истинность книг Нового Завета. May be regarded as finally established. Она может быть оценена как полностью основана. And then this last quote comes from a последняя цитата. A textual scholar. Это текстовый такой ученый. There is no body of ancient literature in the world. Он говорит, что нету никого в древней литературе, нет никого в мире, занимающегося этой древней литературой, which enjoys such a wealth of good textual confirmation as the New Testament. Который именно может нести такое хорошее довольство, как тексты Нового Завета, или доказательства. In other words, because of the number of manuscripts we have, или другими словами, по причине того, что мы имеем большое количество манускриптов, and the closeness of the earliest copies to the original documents, и та близость ранних, самых ранних копий к оригинальному документу, we can say that there is no basis for saying, мы можем сказать, что нету никакого основания для того, чтобы говорить, that non-historical elements got into the Newer Testament, что никаких исторических моментов не были включены в Новый Завет, after they were originally written, а после того, как они были в оригинале записаны. But there's another question we need to answer. Но возникает другой вопрос, на который мы должны дать ответ. Is there a basis for saying that non-historical elements? Есть ли какое-то основание нам для того, чтобы говорить, что нету никаких исторических элементов, got into these documents, которые попали в эти документы before they were written, до того, как они были написаны? And you can understand the difference here. И вы можете понять разницу здесь, которую мы видим. The first has to do with whether errors got in as these documents were copied. First has to do with whether errors or mistakes got into the copies as they were being copied. Первое это то, что могли возникать какие-то ошибки, которые ну когда люди записывали оригинал. And the second question asks a different a question. Это другой вопрос, он совершенно отличается от предыдущего. Did errors get into the documents? Or let me change that. Did errors get into the documents because the authors did not write accurately? Попали ли какие-то ошибки в документы по той причине, что автор он неправильно туда поместил, то есть ошибки какие-то сделал автор сам. In other words, were they dealing with legends or myths?
А, или другими словами, есть ли здесь какое-то отношение легенд или мифов? Let me suggest six reasons why that's not the case. Позвольте мне дать шесть причин, которые говорят нам о том, что это не так. And these are what we might call missing elements or missing ingredients. Это мы можем назвать недостающие элементы или недостающие ингредиенты. First thing is that there was not enough time for this to happen. Первое это что не было достаточно времени для того, чтобы это произошло. Generally, legends take a long time to develop. В общем говоря, легенды, они занимают очень много времени для того, чтобы развиться. And when you're dealing with a very cultured or literate society, и когда мы имеем дело с каким-то культурным обществом, they take even longer to develop. То гораздо больше времени необходимо потратить, чтобы они развились. Now, what kind of societies were we dealing with? Итак, с каким же обществом мы здесь имеем дело? Well, we were dealing with the Greek or Roman culture. Итак, мы имеем дело с греческой и римской культурой. That was a highly enlightened culture. И это была довольно-таки высокообразованная культура. It gave us people like Aristotle and Plato. Они дали нам таких людей, как Аристотель и Платон. Gave us people like Pythagoras. Pythagoras. Они дали нам таких людей, как Пифагор. And the Jewish culture in the middle of all this. И еврейская культура посреди всего этого. Was a very literate culture. Она была очень, знаете, такая буквальная культура. There was all kind of literature that these people had read and had written. И была различная была различная литература, которую они писали или которую они читали. You not only have the translation of the scriptures into Greek. Мы имеем не только переводы на греческий язык. That which is called the Septuagint. Писание на греческий язык, это то, что называется Септуагинта. You also have the interpretations of the scriptures into Aramaic. Также мы имеем переводы писания на арамейский язык. They're called the Targums. И называется Таргим это все. Таргум. You have the Dead Sea Scrolls. И также у нас есть свитки Мертвого моря. You have early rabbinic literature. Мы имеем также раннюю раввинистическую литературу. And you also have the whole wealth of literature. И большое количество этой литературы мы также и другое имеем. That's called intertestamental literature. Intertestamental, that's what we call it. I don't know what you call it here. It includes the books of the Apocrypha. It includes all the material that was written between Apocrypha and more. Это значит также литература, которую мы называем апокрифы и больше к ним еще, ну, добавление. In other words, this was a very literate Jewish society. Итак, это было очень буквальное такое еврейское общество. So legends would take a very long time to develop. Итак, легенде, чтобы развиться, надо было иметь очень долгое время для этого. So that raises the question, when was the New Testament written? Итак, это как раз-то и поднимает вопрос, когда был написан Новый Завет. Well, there are a variety of opinions, and let me share some. Есть различные мнения, но позвольте мне поделиться с вами несколькими. In a book called Redating the New Testament. Redating the New Testament. Redating. Making new dates. Looking at the dates again. Значит, это книга называется «Посмотрим на даты снова». A biblical scholar. Итак, библейские ученые, who is certainly no friend of believers, который, собственно, не является другом верующих, but at least one who wanted to examine the historical evidence carefully, но, по крайней мере, тот, который хотел именно просмотреть все эти библейские истории очень глубоко так, and to do it honestly, и сделать это очень честно, wrote a book in which he shows, написал книгу, в которой он показывает, based on the evidence, и она основана на доказательствах, that every book of the Newer Testament, что каждая книга Нового Завета, was written before the destruction of the temple. Она была записана до разрушения храма. I'll repeat that. Every book of the Newer Testament, я повторю это, что каждая книга Нового Завета, was written before the destruction of the temple. Была написана до разрушения храма. Now there are some believers who think it was that there were some books written a little later.
Хочу вам сказать, что есть некоторые верующие, которые, люди, которые верят, что книги были написаны позже. But this man, who is not a believer, но этот человек, который не является верующим, looks at the historical evidence, он смотрит на эти исторические доказательства and concludes that they were all written before the destruction of the temple. Приходит к такому выводу, что все они были написаны до разрушения храма. In fact, the greatest biblical archaeologist of the 20th century, и на самом деле самый такой знаменитый библейский археолог 20-го столетия, a man by the name of William F. Albright, человек, которого зовут William F. Albright, Albright, wrote in an article, он такую статью написал, that every book of the New Testament, что каждая книга Нового Завета, was written by a baptized Jew, была написана крещенным евреем, between 40 and 80 of the first century. Где-то между 40-ми и 80-ми годами первого столетия. So you can see his dating is somewhat similar. И вы можете видеть, что их даты, вот эти вот, которые они приводят, они очень таки похожи. Oh, and by the way, notice what he says. Но как же, обратите внимание на то, что он говорит. Every book was written by a baptized Jew. Что каждая книга была написана крещенным евреем. So he includes Luke as a Jew. Итак, он включает Луку как еврея. And he bases that on historical and archaeological evidence. И он это обосновывает, именно основывает на исторических и археологических доказательствах. And I'll share just a little of that with you a little later. И я поделюсь с вами об этом чуть-чуть позже. Now there's a very famous Greek scholar. И опять мы видим очень знаменитого греческого ученого, who, wrote a book on the Gospels, который написал книгу о Евангелиях. And he said that all of the Gospels were written by the year 55. И он говорит, что все Евангелия они были написаны где-то в 55 году, где-то до этого времени. All the Gospels were written by the year 55. Что все Евангелия они были записаны, написаны до 55 года. In other words, we are now getting close to within 20 years of the events. Итак, мы где-то подходим к событию, которое происходило в промежутке времени в 20 годах. That's hardly enough time for legends to develop. И, знаете, это очень короткое время мы имеем для того, чтобы развилась легенда. And if that seems awfully early for you, и если вам это кажется очень ранним для вас, remember we have copies of these gospels in the 60s. Помните о том, что мы имеем копии этих Евангелий в 60-х годах, которые датируются 60-ми годами. So there's not enough time. Итак, мы не имеем достаточного времени. Secondly, there's no source for this kind of belief. И второе, что хочу сказать, что нет никакого основания для того, чтобы верить таким образом. And let me explain what I mean by that. И позвольте мне объяснить, что я имею в виду, говоря это. There's no earlier group of Jewish people, нету более ранней группы евреев, who based themselves on a set of beliefs like this, которые основывались на верованиях подобным этому, namely on a non-political Messiah. There's no set of beliefs that's based on a Messiah who's not political. Нет никакой группы людей, которые бы основывали свое верование на Мессии, который не был бы политичен. Or on a supernatural Messiah. Или кого-то, кто базировал свое верование на каком-то сверхъестественном Мессии, как другой. In other words, this comes out of almost nowhere. И, понимаете, это просто приходит почти из ниоткуда. There's no source for this legend. Нету никакого опоры для этих всех легенд. If legend it is. Если вот такую легенду мы имеем. And remember that a monotheistic culture such as Judaism. И помните, что такая монотеистическая культура, как иудаизм, is certainly no good source for a supernatural Messiah. Это не совсем хороший не совсем хорошая основа для сверхъестественного мессии или
скажем, основу. In other words, these beliefs come almost out of nowhere. Другими словами, все эти верования, они просто приходят ниоткуда. Now, let me give you a quote from one of my favorite theological writers. Позвольте мне дать цитату одного из моих самых любимых теоретических, теологических писателей. And if his writings are available in Russian, by all means, you'll want to read them. Если его писание, ну, то, что он пишет, оно доступно на русском, то почитайте его. His name is C.S. Lewis. Его зовут C.S. Lewis. Are you familiar with this person? Знаете такого? Okay, some of you are. Ну, кто-то знает, хорошо. Then you might know why he's my favorite. Значит, следовательно, вы можете знать, почему он мой самый любимый. Now here's what he said, reflecting on the situation I'm just discussing. Итак, здесь отражается вот та же ситуация, которую мы здесь с вами обсуждаем. One suggestion is this. Одно предложение, оно следующее. That his follow, talking about Yeshua's followers. Это значит, речь идет о последователях Иешуа. That his followers exaggerated the story. Exaggerated. Yeah, made it up. А значит, not made it up, but added to it greatly. Значит, говорит о том, что последователи Иешуа, они как бы много чего добавили к тому, что было на самом деле. And so the legend grew. Итак, легенда поэтому разрослась. This is difficult to understand. Это очень сложно понять. Because his followers were all Jews. Потому что все его последователи были евреями. They belonged to that nation which above all others. Они принадлежали той нации, которая над всеми другими. Was most convinced that there was only one God. Они были именно убеждены в том, что нет никакого другого Бога. There could be, there could not possibly be another. Что нет никакой вероятности, что есть какой-то другой Бог. It would be very odd then. И это будет очень удивительно тогда, that this horrible invention about a religious leader being God, что религиозный лидер может быть Богом, should grow up among the one people, это все как бы исходит от одних людей, in the whole earth, на всей земле, least likely to make this mistake, которые менее вероятно, что они могли бы сделать эту ошибку. On the contrary, и они противоречивы. We get the impression that none of his followers, и у нас такое впечатление возникает, что ни один из его последователей, or even the rest of the writers of the Newer Testament, или же весь остаток тех, кто записывал Новый Завет, embraced this doctrine at all easily. Вообще понимали эту доктрину гораздо проще. So there was no source for this kind of a legend. Итак, не было никакой основы для вот подобной легенды. Unless, of course, it was history. Ну, до тех пор, что на самом деле это было историческим фактом. Now this next reason is somewhat related to the to this last one. This next reason is somewhat related to the one we just discussed. И вот эта следующая причина, она некоторым образом относится к тому, что мы только что обсуждали. There was no likelihood of people accepting this set of beliefs. Не было таких людей, которые принимали такую точку зрения, верование. A supernatural Messiah is not too easily accepted. Сверхъестественный Мессия не так легко приемлем. Certainly not by a Judaism that stands against idolatry. Ну, определенно не иудаизмом, который стоит против идолопоклонства. And has a very strong position against false idols. И занимает очень такую сильную позицию против лживых идолов. After the captivity in Babylon. После пленения, их пленения в Вавилоне. Judaism never had a problem with idolatry or false gods again. Иудаизм никогда не имел проблем с идолопоклонством или ложными богами снова. And when others tried to force false gods on us, и когда другие люди пытались каким-то образом дать нам этих ложных богов, the Maccabees revolted and they gave us Hanukkah. Маккавеи восстали и дали нам Хануку.
Judaism had learned its lessons well. И иудаизм, он очень хорошо выучил этот урок. And certainly a spiritual Messiah. И определенно, что этот духовный мессия would not be very popular. Он не будет очень популярным. In a Judea and Galilee that was looking for a political ruler. А в Иудее и в Галилее, которые ждали политического правителя. A Messiah who would overthrow Rome. А мессию, который станет против мира, Рима. And that's the reason there were several false messiahs. И это та причина, по которой возникало несколько ложных мессий, arose during the Second Temple period. Которые восстали именно в период второго храма. So, without strong evidence, без этих сильных доказательств, without historical fact, без исторических фактов, this set of beliefs, это утверждение наших верований would not be well received by a first century audience. Не было бы хорошо принято аудиенцией людьми первого столетия. And remember, if these people got any of the facts wrong, помните о том, что если бы эти люди имели или поняли один из этих фактов неправильно, they had so many enemies waiting to correct them. Очень было много наблюдателей враждебно настроенных, которые просто бы противостали бы им. And, believe me when I say this, и просто верьте мне, когда я говорю следующее. If they had made a mistake or an error, если бы они сделали бы ошибку какую-то, these enemies would correct them very quickly. То эти враги, они бы очень скоро их поправили. And yet that does not take place. Но это не имело места. The next element that's missing, итак, следующий недостающий элемент, that tells us that this is not legend, который говорит нам о том, что это не является легендой. There's no incentive on the part of the writers to make these things up. No incentive, no motivation. Итак, нет никакой мотивации со стороны людей, которые писали, чтобы придумывать эти вещи. What did these people face when they started talking about these beliefs? А с чем встречались люди, писавшие это, когда они писали об этих верованиях? Did they achieve great wealth or great popularity? Что они достигали какого-то большого богатства, популярности? Now what they faced was physical danger and death. А то, с чем они встречались, была физическая опасность и смерть. Their founder had been executed. А когда их находили, после этого сразу их казнили. And soon after, many of the early leaders would be as well. И очень скоро других также постигала эта участь. So exaggerations would not be exaggerated. The additional details that are not. Итак, те добавленные детали are certainly not likely because of this. Они совершенно образом не были добавлены по этой причине. Because after all, if they had the choice between death. Итак, после всего мы видим, что они как бы стали перед выбором между смертью and saying that the story they were telling was not true. Или скажем, что та история, которую они говорили, она не являлась бы истиной. If it were not true, если бы это не было истиной, they certainly wouldn't have died for it. То, вероятно, бы они не умерли бы за это. So there was no motivation to add these things. Итак, нету никакой мотивации, которая бы влекла бы их, чтобы они добавляли эти вещи. And then if you look at these documents, и затем, когда вы смотрите на эти документы, there's no indication in the documents, нет никаких ничего не отмечается нами в этих документах, that there is myth and legend that's part of them, что миф или легенда является частью их. In other words, the documents don't give you the impression, и другими словами, документы не дают вам впечатления, that they are inventions or made up stories, что они являются какими-то придуманными историями. But instead they give you the impression, но вместо того они дают вам впечатление, that they are living dynamic history, что они являются живущей динамичной историей. And again, others have noted this as they've read these documents. И снова таки другие люди, когда читали эти документы, они отметили это. And I will just give you two quotations from two such scholars. И я вам дам только две цитаты от таких ученых. And these are men from two vastly different fields. И
Это два человека, которые занимаются различными областями науки. And I like the first quotation. Мне очень нравится первая цитата. Because it comes from a Jewish man. Потому что она исходит, ее произнес еврей. And you will discover before we're done. И вы как раз откроете для себя до того, как мы закончим. That I love quoting Jewish rabbis and scholars. Что я люблю цитировать еврейских раввинов и ученых. But this is a very famous scientist, Albert Einstein. Но это очень известный ученый Альберт Эйнштейн. A man who was by no means a believer. He wasn't. Итак, человек, который не был верующим. And yet this is what he said after reading the Gospels. Но это то, что он сказал после того, как прочел Евангелие. No man can read the Gospels. Никакой человек не может читать Евангелие. Without feeling the actual presence of Jesus. Без чувствования присутствия Иисуса. No myth is filled with such life. Никакой миф он не наполнен такой жизнью. How different, for instance, насколько различно, к примеру, is the impression we receive то впечатление, которое мы принимаем, получаем from accounts of the heroes of antiquity. О героях античности. Other heroes of this time другие герои этого времени lack the authentic vitality of Jesus. Им не доставало той жизненной важности, которую имел Иисус. And this next one is from the philosopher Rousseau. Другая цитата от философа Руссо. And this man was an agnostic and skeptic. Он был агностиком и скептиком. And therefore what he has to say is even more significant. И то, что он имеет сказать, оно поэтому гораздо более значимо. He said. Он говорил. It is more inconceivable, unlikely. Not very possible. Это невероятно. That several men should have united to forge the gospel. Что несколько людей они соединились для того, чтобы написать Евангелие. Then that a single person, нежели как один человек, should have been the source of it. И оказалось, как один человек был этим сурсом или ресурсом этого. The gospel has marks of truth so great. Евангелие имеет эти отметки истины настолько сильно and so striking, и настолько прямо, that the inventor of it, что если бы тот человек, который бы это все придумал, он был бы более поражен, чем герой. The inventor of the Gospels, тот человек, который бы это придумал, would be more astonishing than the hero of it. Он был бы поражен гораздо более, чем герой этого рассказа. And so said the agnostic and skeptic Rousseau. Это так сказал агностик и скептик Руссо. In other words, there's no indication in the Gospels that we have legends. Итак, другими словами, видим, что нет ничего, что мы отмечаем, или что бы говорило нам, что в Евангелии, что говорило бы нам, что это легенда. At least not if read honestly. At least not so. Ничего такого бы мы не увидели, если бы мы искренне прочитали это. Now that leads me to raise a question. И это приводит меня к тому, чтобы задать вопрос. But before I do, one other thing that is missing. Но перед тем, как я это сделаю, одна вещь упущена. Did these people, these writers, have any interest in communicating? Имели ли эти люди, писатели, какой-то интерес в общении? Any interest in communicating anything but accurate historical material? Что-либо, нежели этот точный исторический материал. Remember what Luke said. Помните, что Лука сказал? He said, "I've examined the evidence." Лука сказал, что я исследовал доказательства. I want to communicate this to you. Я хочу донести это до вас.
so that you might know the truth of what you've been taught. Чтобы вы знали истину, которой вы были научены. And Peter said in his second letter. И Павел сказал, Петр сказал во втором письме своем. We are not teaching you clever fables or myths. Мы не учим тебя, мы не учим вас каким-то мифом или хорошим высказыванием. But we're teaching you the things that we have seen. Но мы говорим вам то, что мы видели. That we have heard. То, что мы слышали. And that our very hands have handled. И это то, что мы приняли. In other words, their interest was in communicating history. Итак, другими словами, их интерес был в том, чтобы донести историю. Now here's my question. Итак, итак, мой вопрос. If that's so, если это так, was their memory good enough to communicate accurate history? Была ли достаточно хорошая память для того, чтобы донести эту историю в деталях, так точно? Even over such a short period of time. Даже на протяжении такого короткого промежутка периода времени. And there are two issues that are part of this. И есть две вещи, которые являются частью этого. The first of these is what kind of people were they? Первое это какого рода людьми они были. I mean, after all, can we trust a bunch of fishermen? Я имею в виду после всего этого, можем ли мы доверять какой-то группе рыбаков? Or for that matter, can we trust a bunch of people who were from the country? Rather than from the city. Или же доверять тем людям, которые были из селения какого-то, а даже не из города. I mean, after all, we're told that the Galilee was a sort of a backward kind of place. Мы говорим о том, что Галилея, она была какими-то, знаете, задворками. And that, of course, is a very important question. И это очень является таким важным вопросом. So the first thing we need to understand is something about the fishing industry in this particular time. Так, первая вещь, которую мы должны понять, именно вопрос о рыболовной индустрии, которая была в то время. Since many of these men were fishermen. В то время как все эти люди, которые писали, были там, это они были рыбаки. As it turns out, fishing was the major industry of the Roman Empire. Итак, рыболовство было основной индустрией в Древней Римской империи. It was a very sophisticated and cultured industry. Это довольно-таки была такая культурная и нужная такая индустрия. It made men very wealthy. И она обогащала людей. And in order to manage the wealth in the industry, they had to be very shrewd and practical. И чтобы этого добиться успеха, то им надо было очень быть практичными. Let me give you some examples. Позвольте дать несколько примеров. The first is a quote from the Roman historian Cato. Итак, первая это цитата от римского историка Кито. Зовут его Кито. Я не знаю, Кито. Okay. Here's what he said. Это то, что он сказал. One fish sells for more at Rome. Одну рыбу можно продать гораздо больше в Риме, за гораздо большую цену в Риме. Than an entire cow. Чем целую корову. And you can sell a case of smoked fish. И вы можете продать связку копченой рыбы for more than what it would cost to buy 100 sheep. За большую цену, чем можно купить сотню овец plus one ox. И одного быка. As you can see, it's a wealthy industry. Как вы из этого можете видеть, что это очень такие денежная такая индустрия. And in fact, they прибыльная. Were In fact, there were at least 15 very busy seaports on the Sea of Galilee. И по крайней мере 15 было морских портов на у Галилейского моря. That were very wealthy fishing centers. Которые были очень богатыми рыболовными центрами. Are you familiar with the city called Bethsaida? Знакомы ли вы с таким городом, который называется Вифсаида? You should. It's where some of the fishermen that followed Yeshua came from. Вы должны знать об этом, потому что это тот город, из которого некоторые из рыбаков они были выходцами. The home of one fisherman there was excavated. Excavated, dug up. Archaeological digging. Ага. Один из домов, дом одного из этих людей был раскопан, как бы раскопки были. And what they found there was a rather nice home. И то, что было найдено там, это был
неплохой таки дом. Over 200 square meters. 200 квадратных метров. I wouldn't mind living in a home like that. Знаете, я не отказался пожить в таком доме. These people were very wealthy. Эти люди были очень богаты. I've had the opportunity to visit the remains of Peter's home in Capernaum. И у меня была такая чудесная возможность посетить остатки того дома, где жил Петр в Капернауме. And it's the largest home in that area. И вы знаете, это самый большой дом в этой области. These fishermen were very wealthy. Эти люди, рыбаки, они были очень богатыми людьми. So that means that they had to be able to successfully operate a very important industry. Итак, это значит, что они очень были успешны в очень прибыльной индустрии. They had to be educated enough to do that. Они должны были быть достаточно образованными, чтобы делать это. And smart enough to discern between what is true and what is not. И достаточно умными для того, чтобы определить, что истина, а что нет. So they'd be reliable witnesses. Чтобы они были такими доходчивыми свидетелями. Now something else about the Galilee. И еще нечто о Галилее. Josephus tells us this. Josephus, Flavius Josephus. Иосиф Флавий говорит нам следующее. He's a first century Jewish historian. Это историк первого столетия еврейский. He tells us that in the Galilee. Он говорит нам, что в Галилее. There were over 200 cities. Было порядка больше чем 200 городов. With more than 20,000 people in them each. Больше чем каждый из них вмещал 20 тысяч людей. 200 cities with more than 20,000 people each. 200 городов, которые вмещали больше, чем 20 тысяч каждый. In other words, the Galilee was a very sophisticated and cultured place. Итак, sophisticated, cultivated, educated. Итак, мы можем говорить из этого, судить из этого, что это было достаточно образованное такое место и достаточно, ну, населенное. It was anything but a backward area. It certainly was not a backward area. Итак, это место, это не было какими-то задворками. Now there's a very important city, a short walk from Yeshua's home in Nazareth. Итак, есть такое место, это недалеко от того места, где жил Иешуа из Назарета. It's a city I've had the opportunity to visit. Это тот город, который я посещал, у меня была такая возможность. Because it's a major archaeological site in Israel. Потому что это основная археологическая часть в Израиле. Let me tell you something very quickly about this city. Позвольте мне сказать очень быстро кое-что об этом городе. Remember, the city is just a short walk from Yeshua's home. Помните о том, что этот город расположен недалеко от дома Иешуа. It had beautiful public buildings and market squares. Очень прекрасные там были базарные площади и такие строения. Hot and cold running water and indoor plumbing. Горячая и холодная текущая вода, ну, то есть источники вод. It was noted for its artwork, its mosaics. Вы знаете, очень там искусно именно это все было сделано, как музей. It was noted for making fine glass. И было отмечено как место, которое вырабатывало, производило хорошее стекло. And it had a major, it had a very large amphitheater. И в этом городе находился большой, очень большой амфитеатр. A very sophisticated city. Очень толковое место. That's the Galilee. Это Галилея. That's not the way we often understand it. Это не то, каким образом мы часто понимаем это. But that is the way it actually was. Но это то, каким это было место на самом деле. Now that tells us something about the reliability of the witnesses. И это говорит нам нечто о том, кем были эти свидетели. И то, насколько можем доверять им. Now, how about their memory? Итак, что насчет их памяти? Well, if you will remember, scrolls were used at that time for reading and for study. Если вы помните, то свитки, они были использованы в то время для... Значит, для того, чтобы их можно было читать и изучать. And, the practice of writing was highly developed.
И эта практика именно написания, она была очень высоко развита. The scrolls would be very expensive to own. Но именно свитки эти, для того, чтобы их приобрести, они на самом деле были очень дорогие. Because remember, they had to be copied by hand-trained scribes. Что, помните, hand-copied by trained scribes. Что эти копии должны были быть написаны вручную, ну, людьми, писать, ну, те, кто занимались этим. So how could study and learning take place? Это как же могло обучение и учеба иметь место? It required a great deal of memorization. Итак, требовалось для этого именно иметь хорошую память и запоминать все. And for this reason, the rabbis tell us that repeating your lesson is very important to learning. Так раввины говорят, что повторять ваш урок, повторение вашего урока является очень важным. So that you can correctly remember that lesson. Чтобы вы правильно помнили этот урок. Now let me give you two quotes from the rabbis. Now, позвольте две цитаты от раввинов вам дать. Now this comes from the Talmud. И они из Талмуда. And I assume you know what I'm talking about when I'm talking about the Talmud. Я уверен, что вы знаете, что я имею в виду, когда говорю о Талмуде. Is that correct? Правильно. Okay, good. Хорошо. A person who repeats his lesson 100 times. Человек, который повторяет свой урок сотню раз. Cannot be compared to the one who repeats it 101 times. Он не может быть сравнен с тем человеком, который повторяет свой урок 101 раз. In other words, you don't stop going over it to make sure that you've got it right. Другими словами, вам надо останавливаться в том, что вы повторяете до тех пор, пока вы не удостоверитесь в том, что вы все понимаете правильно, запомнили правильно. The next is this. Следующее. If a student learns Torah and does not go over it again and again, если студент изучает Тору и он снова и снова через нее не проходит, не читает ее, he's like a man who sows without reaping. Он тот человек, который сеет без того, чтобы пожинать. And it's for this reason then that many of the students had memorized large amounts of material. Именно по этой причине все студенты, большое их количество, запоминали большую часть Писания. In fact, we're told that the scriptures were known by heart by everyone. И то, что мы знаем, что Писания, они были наизусть выучены, изучались именно наизусть многими людьми. They had memorized not only the entirety of scripture. Они запоминали не только все Писание, but vast amounts of other religious literature as well. Но также большую часть другой религиозной литературы также. And even 400 years later, и даже 400 лет спустя, as Jerome writes from the city of Bethlehem, когда Jerome, Иераваам пишет из города Вифлеема, and again I quote, и опять-таки я цитирую, there doesn't exist any Jewish child, что не существует ни одного еврейского ребенка, who does not know by heart, который не знает наизусть, all of the history from Adam to Zerubbabel, всю историю от Адама до Зарававеля, the whole of the history of the Bible from Adam to Zerubbabel. Итак, вся история, которая находится в Библии от Адама до Зарававеля. Do you understand what he's saying? Понимаете, о чем говорит, нет? You know where Adam is found. Но знаете, где Адам вообще напишется? Where is Zerubbabel found? А Зарававеля где? Where? Well, now you sound like the author of Hebrews. Now you sound like the author of Hebrews, the writer of Hebrews. Но вот сейчас вы как раз звучите как автор послания к евреям. Who said somewhere in Scripture it is said? Который говорил, что. He said somewhere in Scripture it is written. Который говорит, что где-то в Писании это записано. So where is Zerubbabel? Итак, где же Зарававель? But where is that written? Да-да-да, все правильно, где-то записано. Okay, someone's got it right. It's 2 Chronicles. Кто-то сказал, что во втором Паральпоменон. Now why is that important? А почему же это важно? Where is 2 Chronicles found?
А где же второе паралипоменон у нас? That's correct. It's found at the end of the Tanakh. Все правильно, в конце. At least in the Jewish order. Ну, по крайней мере, в еврейском порядке. All right, so what Jerome is telling us is this. Итак, что нам говорит Ереван? Следующее. Every Jewish child, even in Bethlehem. Что каждый еврейский ребенок и даже в Вифлееме. Not in Jerusalem. Не только в Иерусалиме. Has memorized all of Scripture. Запомнил все Писания. There's a goal for you. И есть цель также и для вас. And Jerome has one other thing to say. Ереван также имеет другую вещь, которую он хочет выразить. Which is very important to us. Это очень важно для нас. It's time for a break. Время для перерыва.